Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велорива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от торговой марки «Команч». Модель называется «Прерия Диск». Это алюминиевый велосипед. Модель данная с размером колеса 27,5 дюймов. Классический горный велосипед в исполнении украинской торговой марки. Ценовая политика довольно-таки гуманная при довольно-таки хорошей комплектации. Комплектации отметить надо то, что это тормозная система дисковая, количество скоростей 3/7. Ну и в описании следующее. Как мы видим, протектор здесь ярко выраженный с хорошими такими шипами, которые устойчиво держат велосипед по пересеченной местности. Велосипедное колесо крепится при помощи легкосъемного эксцентрика, что комфортно транспортирует велосипед. Легко сняли, поставили колесо. Также велосипеда мы видим тормозная система, идет тросик. Это дисковая тормозная система торговой марки Tektron. Вилка здесь идет с ходом 70 мм от торговой марки Santur. Santur вилка хорошая, популярная, у нее 70 мм ход. Как мы видим, руль здесь такой приятный, дутый, ботированный. По центру имеет одну толщину, к краям чуть-чуть сужается, тем самым вес и от этого меньше становится. Он по центру меньше, тоньше, точнее он тоньше, но толще. Приятный, хороший руль в руках. Переключатели совмещены с тормозами, это называется моноблоки. От торговой марки Shimano также. Спереди тормоз и переключатели на 3 скоростей, и задний правый получается 7 скоростей и тормоз. Механический, хороший, нормальный тормоз. В описании следующие красивые, во-первых, рама, довольно-таки симпотная. Такие рамы подойдут как девочке, так и мальчику. Очень приятно на таком кататься. Шатуны от торговой марки Santur, как мы видим, с щитком защитным на большой звезде. А звезды спереди 3, 22, 32 и 42 зуба. Педали пластиковые. Это нормальные, хорошие, стандартные педали. Переключатель скоростей спереди с верхней подводкой от торговой марки Shimano. Сзади у нас стоит 800-й переключатель, рассчитанный на 7 скоростей. На петухе причем крепится, это говорит, также говорит о хорошей комплектации велосипеда. Сзади стоит трещотка семискоростная. В следующем еще что стоит отметить, у велосипеда задний дропаут. Как мы видим, вот эти вот части отверстия, это говорит о надежном легком уровне, о надежном и легком велосипеде. Велосипед комплектуется с ниппелем под автомобильный насос. Легко качать велосипед на любой заправки от любого автолюбителя. Ну, также сзади покрышка с таким же ярко выраженным грубым протектором. Хорошо устойчиво держит велосипед. Легко поднимается и опускается седло, что комфортно при езде разным ростом. Периодически, если кому-то давать, будет комфортно. Седло также стоит отметить комфортное, но большое, мягкое. На этом седле девушке и парню будет удобно кататься. Ну, вообще, горный велосипед Прерия Диск еще имеет отверстие, куда можно прикрутить багажник. Раз отверстие, здесь два. С той стороны также. Четыре отверстия, которые позволяют велосипед превратить в туристический. Если вас данный велосипед заинтересовал, звоните нам. Если вас заинтересовало данное видео, пишите. Если вам нравится наш YouTube-канал, подписывайтесь. Постоянным клиентам гарантируем скидки. До скорых встреч!